Кай. Что это было? Да. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Рост, и сегодня я играю в танки, но не один. Я играю с моим другом Илмаком, поздоровайся. Привет, сегодня мы будем пытаться учиться и обучаться играть в танки онлайн. Да, я, кстати, первый дубль я нечаянно забыл на кнопку нажать, и мы, короче, 30 минут видеоролика не засняли. Там были очень веселые фрагменты того, как нам ломают лицо. Да, и, пожалуй, первый режим, давай опять Джаггернаут. Давай. Я на Скорпионе зашел. Я тоже на Скорпионе зашел. И с русской окраской. Ууу, как слепнул белый кран. Так, меня уже пытались кокнуть, но была хорошая попытка. Я пытаюсь загрузиться. А, я 1100 нанес этому Джаггернауту. Я всегда буду теперь. Пожалуй, я возьму какой-нибудь более легкий корпус, чтобы. Ой, это графика. А хантера возьму. Гараж. Лучше возьми этого. Если ты будешь нападать, то возьми лучше Васп. Я буду издалека, пожалуй. А, замечательно. Я, короче, его прокачал и все. У меня хантер просто на МК2. Они уже один раз уничтожили наш Джаггернаут. Это что такое? Мы только зашли. По новой давай. Миша, вот этот теперь быстренький. Ой, какая карта это открытая. Прям фу. Как надо вспомнить, как-то на Скорпионе играть. Я артиллерия бахнул. Мощный. У нас на базе Джаггернаут. О, его больше нет. О. Замечательно. Я сквозь. Ай, у меня пролагало до 5 FPS и обратно 60. Да что за мейджик такой? Чё могу сказать? Бывает. Так. Ой-ой, как я кому-то прямо... Больно сделал, ай, мне сделали больно. Ты прям по Джаггернауту артиллерии почти попали. А, смотри, я вон тебя вижу. Стой на месте, я к тебе уже бегу. Как я могу стоять? На меня тут нападают все. Причем без сарказма. Ё-моё. Нет, меня сейчас сольют. Гений просто. Камера снимает, запись идет, жизнь продолжается. Жизнь не продолжается, ай. Жизнь есть. Как ты в тайм не попадаешь? Ты вот говоришь, что жизнь не продолжается, и меня просто ракеты накрывают. Там по Джаггернауту прилетели ракеты. Угадай от кого, угадай от кого. И? Где это? Чё от меня прилетят? Я тоже пустил в него ракету. Ай! Мне уже ничего не поможет. Меня сломали. Меня артиллерия снайпнула в полете. Меня на две части сломали. А зачем тебя сломали? Хороший вопрос. Для чего? У нас есть. Короче, у меня накопился взрыв. Я сейчас еду, чтобы этот взрыв как раз таки использовать. Я вот сейчас встану в такую позицию. Ой, блин, и буду... меня перекрутило. Я почти доехал. Ну ладно, тогда с правого фланга обойдем. Ё-моё, FPS 0 рублей. 0 копеек. О, скорость. Ошибись, не надо свою тратить. Джаггернаут вражеский. Убили. Убит. Вон он новый, кстати. Кто? А, защита разрушена. Новый Джаггернаут. Я его вижу. А зачем ему? Ломать ему лицо надо, он нехороший. Иммунитет. Ну что тебе надо? Все, меня валят жестко все, абсолютно. Я вижу. Я 2000 снял этому Джаггернауту. И он... Я сейчас ему помогу.
ты ж ебну. Ну да. А вот обидно то, что когда ты с ракетами наводишься, отпускаешь, они начинают лететь, и они летят на то место, где человек был, а не где охотится сейчас. Просто отъезжает куда-то и все. А зачем тебе отъезжать? Чтобы было. Джиггернаут сваливает с базы, я чё, зря что ли? Нет, а я его на перехват беру. Он не сваливает с базы. Я ракетом. Ух ты ж, так, ага. Как мощно меня дамажит. Да вот тебя ни одного. Есть, я починился. Зачем? Зачем? Ай. Я еще тычку нанес по джиггернауту и отлетел. Ай, молодец. Ай-яй-яй. Ебать. А прям по джиггернауту. Зачем? Сейчас по джиггернауту. А ты стреляешь. Я стреляю по джиггернауту. Блин, меня... Я не успел ему даже дать... Мощный. Конкретно. Давай, выйди, джиггернаут, я тебя сломаю. Все, я его увидел. Он, в принципе, хорош. Ай, меня увидели, похоже. А зачем тебя видеть? Я тоже так не хотел, чтобы меня видели. Ай! Меня вообще сломали. Вот джиггернаут, смотри, где стоит. Джиггернаут стоит на том месте, где его зафигачил. Ой, я тебя видел, кстати. Секунду до смерти. На тебя ракеты. А, нет, на нашего джиггернаута. Вы чё? Слушайте. Вы куда стреляете? Вон джиггернаут пришёл. До нас он пришёл. Он на Донбассе. Меня втащили мощно. Хорошечно втащили. Ты не толкайте сюда. Я по нему попал. Yeah. Что его убили? Мощные. Так, еще два этих. Джиггернаут, ой, каких два, еще 5 джиггернаутов нам надо уничтожить и все, им победить. А, ну мы выиграли, нам уже нечем сопротивляться, но... Никогда нельзя недооценивать врага, понял? Так что ты не понял. Я вот прям по джиггернауту. А зачем ты так поступаешь? Зачем? О нет. И ты там разнес. Я там всех разнес, сам разнес. Да я видел там. Меня убили, просто камера отдаляется, ты всех разносишь и взрыв такой. Грибочек ядерный, привет. Угадай, кто этот взрыв учинил. Процентов ты. Да. Там один был в живых. Кто же это мог быть? Давайте все вместе подумаем. Мне кажется, это все небо. Ой! Ай, извиняюсь. Чё ж ты FPS просил, я такой аж офигел от жизни. Офигел. Ошарил. Может мне какую-то другую пушку выбрать, что ли? Слушай, а ты уверен, что видео будет называться «Нубики играют в онлайн»? Нубики, нубики. Кто же еще? Просто мы уже как-то выигрываем, не похоже. Похоже, всё. Я кого-то пронес. Ай, меня пронесли. Как же это? Зачем тебя проносить? Да вот не знаю. О, джиггернаут к нам опять пришел. Какой? Пациент. Их? Я буду их ломать постепенно. Меня сломали. О, боже мой! За мной не угнаться, даже ракета. Вообще не угнаться. Всего лишь 3 убийства.
до тюремного срока, да? Прям под Забернауту сейчас попаду ракетами своими. А зачем? Сколько я урона ему нанес? 1002, я прям по нему попал много. Зачем? Мало. Где этот шар? Я вот там прям пронес. Он на базе уже. У вражеской. На своей базе. Я понял, что нет у нас на базе. Ждет, когда мы придем, дай, сломаем. Я Джаггернаут, ура! Я вот ему урона много нанес, он сейчас восстановится. Я пошел на их базу рашить. Я сзади тебя заспавнился, жди меня. Пока жду. Давай ты знаешь что? Я подождал. О, его уже за нас. И назад. Давай я, может, вперед буду? Ну иди вперед. Пошел вперед. Спасибо, что уступил. Уходим. Но тут я уже тебе буду это с расстояния прикрывать, значит. Я просто буду как-то гонщик нелегальный. Я по челику сейчас ракетой навел. Ой! Летят, нет? Ой, я челика почти. Ой. Там чья-то башня отлетела, прям чуть не в меня. Вон ты вижу. Посмотри, осторожно, сейчас слева. Я знаю. Победа. Не успел его добить, когда я думал, что чай. На каком мне месте, мне вот интересно. Да. Мы молодцы. А, ну тут еще наоборот. Мы на втором месте. Это очень хорошо вообще. Вообще, да. Так, теперь давай в режим этот. Какой? Обычный бой. А бой, давай быстрый бой. Карта какая? Не знаю. Ой, это килы. Я пошел всех просто рашить. О, повезло. Давай, наверное, эта игра будет последней. Не, пожалуй, я все-таки на дальний бой. Не получается у меня вблизи всех нагибать. И корпус викинг, пожалуй. У них больше уже голов, чем у нас. Это грустно. Я тоже выгораж, пожалуй. Вот мне такое не нравится. Умер от стрелочек. Жестко. Точечек. Меня это били очень больно. Меня просто хуем загасили. Это грустно и печально. Ой, а я сразу двоих. Задамажило, убили меня одного. Это прям печально. У меня слоумо по кадрово было, по кадру как враг разрывается просто. Уфу, 5 кадров. 5 FPS, 0 просто. Нет. Нет. Все. Сейчас было само уничтожение, было бы вообще фиаско. 1320. Ну все, выстрелил. Где ты? Я хочу с тобой тусоваться. Я вот. А Бобус 45. Оригинальный ник. Весьма. Ты базу. О, тебя. Ой, я тебя вижу тоже. Все, давай. Наконец. Вдвоем будем где-нибудь тусоваться. Давай сюда встань. Стой, иди сюда, смотри, какое место. Вот сюда. Да что, там обход? Это шикарно. Там молот идет. А, все, уже не идет. Тащи карту. Вперед, давай вперед. Давай именно базу проедем, вот сюда будем. Шафт, минус. Я проехал. Я тоже. Давай ты первый. Ух ты, ё-моё, тут сюрприз. Это что, молот? Это молот Тора. Я вот возьму молот, наверное, знаешь, что прям вот. Он хороший вроде. А ты уже менял оружие? Да, я на рельсу поставил. Я, наверное, еще одну. Все, нельзя, значит, менять больше. Все. Мне опять шаф.
Не, это видео все-таки будет называться Нубики, ой, то есть Танк Онлайн. Майнкрафт уже чуть не сказал. Да. До Майнкрафта еще нам долго. Что у нас за базой здесь прячется? О, спидно. Я ему научу, что нельзя. Охой. Угомонись. Падай. Кому-то 900 урона. Да блин. Я хотел нас... покататься, но не получилось. Замечательно, слушай, я вообще снайпер. Нам идут опять эти самый чурка. Самый чурка. Самый чурка идет к нам, да? Он друзей привел. Нет! Апокалипсис. Он был этим заминированным. У них уже 66 киллов, у нас всего 40. Ну всего лишь. Ё-моё! А я тебя не боюсь, сижу. Понял? Прям тяжело определиться, какую лучше пушку брать. Я по нему еще потоптался, слушай. Замечательно. Ничтожен. Меня артиллерия свалила. Ничто здесь было. Это что за склад? Ух ты, у меня какой-то поросик. Сука. Вот этого, пожалуй. О, артиллерия. Слушай, хорошо живем. Вот. Илмак, я тебя вижу. Ты Илмак. О, меня со спины тут стреляют. Кто в тебя стреляет? Уже никто, я убил его. Ой, там еще идут, там еще идут. Ой-ой-ой. Если идут, то... плохо. Ой, тут этот молот Тора. Второй пришел. Я же говорю, он друзей привел. Так. А буду. Где... А, этот идиот, который нас убил. Именно нас. Помнишь, да когда вот... мы там объезжали, он нас гроб. Это было печально. Было 2 минуты назад. Помню. Мне кажется, знаешь, что видео будет? Просто нарезка наших смертей. Да, мне кажется, тоже. Нарезка наших смертей. И фейл. Потому что больше здесь ничего не может быть. Блин, а когда первый раз играли, так хорошо все шло. Да. В прошлый раз мы в Джиггернауте проиграли. Стой. Ой, а к нам гости опять. Ой. Ой. Вот именно, ой. Я еще с обрыва упал, мне еще ты подтолкнул. Ну и чего? Ой, у них там взрыв. А чё? Зачем? Зачем? Нашего челика, наверное, смерть столкнул. Ой, вон идет. Привет. Мы тебя здесь как-то. Все. Крутой котик 333 бил нас. Я кому-то маслину подарил. Шли, пошли на то место, вон он, я вижу. На какое? Поедывай. А, я, кстати... А мне не задело. Что, мое? Я задело, кстати. А я тут объеду, как умный человек. Я вот... Наверное, придется тоже объезжать.
у меня хилят. Ой, спасибо тебе. Ой, тут, ты хороший. Тут страйкер. Нет. У меня еще удвоенный урон закончился. Страйкер. Тут страйкер, помоги. Помогай. Я всех тут раскидал. Я тут всех. Просто приехал, всех там пораскидал. Он на боку лежит, я по нему стреляю, он еще это сальтуху такую бочку сделал и распять. Подожди меня и там, я еду уже, я в пути. Пинкс в пути. А здесь можно обход, вообще в обход поехать. Из кустов стрелять. Очень много. Пойдем. Пинкс, спешат на помощь. Артиллерия, на пошлякай. Там страйкер, уходи. Я его задел. Меня тоже. Что ты на мне? Давай, толкай! Что это было? Я, наверное, там ставлю его перебитером. Что ты на мне? Страйкер! Весело. Он, кстати, сюда едет. Живи! Блин, не живи. Живи. О, сейчас мы его встретим хлебом. Хлебом и солью. Привет. Сейчас. Я жду тебя на том месте, где... Ой. Они там взорвались, кстати. А меня взорвали. Чё ты на мне? Возвращайся давай сюда, скорее. Ой, я вообще к ним туда поехал, в пекло. Иду. You doing? What happening is no. Что это ты сказал, боже мой? Я иду. Ух ты ж, тут этот миниганчик. У нас на базе там нас раскидывают, у нас вообще каждый. Внимание, вопрос, где? Я вот сражаюсь там, где вот красный, вот шпедина. А, вижу. Все. Там, ну ладно, у нас опять рейдит. Да блин! Зачем ты использовал? Чтобы было. Ой! Уходи! Остался там. Где челик, который лечит нас всех? Вон он! Где челик, который лечит нас всех? Нигде. Стой, давай! Бомбят! Ты где? Умираю! Зачем? Сзади тебя! Я пытаюсь проехать. Я нашего челика на смерть повернул. Ой! Ой! Ой-ой-ой-ой! Поражение. Ну блин. Так, ну сейчас, наверное, последний раз сыграем и хорош, да? Так, запись идёт? Кстати, я обошёл тебя. Я мега супер, гипер, пупер, ультра. Ультра-лох. Нет, неправда. Давай, в какой пойдем бой теперь? Контроль точек, джаггернаут или захват флага? Мне кажется, знаешь, контроль точек. Контроль или точек? Подожди. Захват флага. Думай быстрее. Захват флага, либо контроль точек. Захват флага, все, идем туда. 30 секунд, подождем. Я пока заменю себе этот гараж. Тебе не кажется, что сейчас видео смотрят, когда лайк не поставили, не подписались, без комментария? Ну, это очень печально. Поэтому подпишитесь на канал и поддержите меня лайком. Буду очень благодарен. Наверное. Выпущу вам видео с своим сюрпризом. Каким сюрпризом? Который ты обещал на 500 кстати, подписчиков. Кстати, да, кто не слышал, я на 500 подписчиков обещал сюрприз сделать. Так что подписывайтесь на канал, и будет вам сюрприз. У меня что-то в припасах. Блин, не успел. Сюрприз. И что это было только что? Так, захват флага. Тут надо сразу быстрый корпус. Достаточно быстрый корпус. Я пожалуй... Хантер. А какой хантер? Нет, мягко говоря, не надо его. Гараж. Гараж. Возьму браузер. Мне кажется, наше видео заканчивается браузер. Не хватило памяти.
чтобы отобразить страницу. Что сделать? Браузеру памятник. Вот ты вышел, ты в курсе? Да, я в курсе. Давай, нет. Давай заходи, заходи быстрее. Захожу. Всё, у нас народ выходит. Что происходит? Куда? По-моему, ты сейчас... А если я зайду, я в кафе? Да блин! Помоги мне. Я запускаю. Всё, ты появился. Всё хорошо. Я живой. Я не умер, я вас встал. А смотри, какая лепота. У них какие звания, и у нас какие звания. И у них плюс один игрок. Лучше два, чтобы типа, если не понравилось, то вернул взрослую пушку. 554 урона, вау. Найс. Ушел. Чё я сдох? Я ж отошёл в гараж. Гали, это я умер. Потому что ты просто есть. Я на мини этого ишака подорвался. Это грустно. Мини ишак, вот он, ну юзер. Неважно. Мне кажется, что я сейчас могу выйти. Атомный. Привет. Гонщик. Ой, все, мне где? Ай, стреляют. Замечательно. Нас заминировали. Где заминировали? Ты перевернулся. Бдыщ какой-то. Ё-моё, ты говоришь, бдыщ, я взрываюсь. Ты такие тайминги ловишь себе, ты. О, блин, я почти прошел. Как на эти штуки летать-то? На какой? А вот крушение. Просто нажимаешь на shift, когда у тебя накопилось, и летаешь. Я не лечу. А как лететь дальше? И чё? Я не взлетел. Потому что немножко ля. Зачем ты не взлетаешь? Ура! Я их флаг своровал! Бежим! А, нет! Беги, гномик! Убеги! Гномик не убежал, гномик... Всё, гномик грустно. Лайков нет, подписчиков мало. Я лучше сделаю черно-белый фильтр, как ты там колбасишься. World of Warships, заходи и страдай. Ой, я ракетами кого-то убил. Окончательно, ай. А зачем ты убил? Стрелю. Там сзади, помоги. Что помочь? Помоги, где я? Вообще, кто я? У нас... А, у них своровали флаг. Все, уходим, не уходим. Блин, что происходит? Батальон. Там холодильник наш это. Какой холодильник? Холодильник морозит, а батарея греет. Противостояние. Спорт. Холодильник, отойди. Блин. Ой, извините. Флаг! Я нечаянно холодильника подставил. Ну, надеюсь, он мне простит. Надеюсь. Холодильник мне это, не нагревайся. Вперед! Давай вперед. Вперед! За Донбасс! Ой. Ой! На меня ракеты направили! Наш флаг. Давай, я тебя прикрою! Оп! А чё ты? Меня уже. Чё ты? О, опять взяли флаг. Все норм. Все хорошо. Я попал. Нет, обронили флаг. Да блин, вернули флаг. Я, короче, сейчас приду и их взорву всех. Взорвусь. А, ядерный взрыв. До свидос. А! У меня ульта, короче, я у них флаг. Я у них флаг это. Украл. Все, я иду. Я быстрый. Жух. Давай. Я прикрываю, прям сверху падаю. Сверху падаю. Уходи, давай. Эффектно появился. Я задержал его. Уйдите, спасибо. О, как приятно с флагом идти. Все такие хорошие. Уйди.
Так, доставьте, пожалуйста, вместо меня. Я вас молю, доставьте вместо меня. Да вот, прикрываю. Давай, у нас должно быть один. У нас должно быть один. Давай, давай, давай. Нет, давай, 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 быстро, быстро, быстро. Холодильник, ты тупой? Давай, холодильник. У нас батарея и холодильник в команде. Все, они уравновешены. Да у них одни батареи в команде, так что давай не надо. Ага. Проблемы, нас, короче, со всех сторон об этом. Их вообще много. А, нет, 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 меня батарея зажарила, блин. Нет, это не батарея, знаешь, кто это? Газовая камера. Это газовая горелка. Ё-моё, я челика почти навел ракетами, его убили. Гиперхорн, ты чё, со Скорпиона? А? Я там по всем стреляю. Капец, ты мощный. Я вот там, где у них флаг стоит, я просто их... А, по мне тоже стреляют! О, нееет! Разорвался! Что? Ух, Мэджик! Привет! Всё, опа, опа, опа! Три ляма! Что я только что делаю? Я просто какой-то ультра-мега-гибер. Наш флаг украли, я его беру. Разорвался ядерный взрыв. Флаг вернул, я молодец. Давай, быстрее, 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 я тебя прикрою, надеюсь. Все, 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 все. Хочу. Вот, вот, вот. Давай, я готов. Я сосулькой пульнулся. Сосулькой? Зачем ты сосулькой пуляешься? У нас сейчас второй флаг будет. Есть, у нас два флага. Повезло. Так, теперь я апаю скорость. Опа! Блин, не оба. Молот сейчас его добьет. Вот так, чтобы это... Капитанов. Олишь, Виктор Белый Дюка. Разорвался, меня... разорвался. А, нет. Я тут всех буду дамажить. Блин. Взял флаг. Вон он. Пацаны, давайте. Взял флаг, беречка, мужик. Ай, меня... Меня просто одним выстрелом. Тоже. Да вот у меня то же самое. Мне это не а, у нас что-то... флаг украли. Бежим. О, где? Все, возвратили флаг. Все, у нас три флага. Все, ушились. Унатили. Ай, меня сейчас снайпнут. Это ракетами их. Ракетами их, да? Да, смотри, как я ракетами вылетела. Хорош, хорош. Ничего не могу сказать. Ай, меня погиб, меня зажарил. Разорвался зажарит. Ядерный... Нет! О, меня перекрутило. Меня крутило. Ай, это ты там был у них около флага? Да, и меня перекрутило жестко. Так. Скорость... У меня как раз сейчас взрыв, я сейчас на них буду выступать усиленно. Ну нет, гром, не надо. Разорвался ядерный гром. Сейчас какой-то погром. Не надо. Все, замечательно. О, сейчас сразу многих не высаду. Давай, 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 давай. Пацан, едь, едь, пацан, пацан, едь, давай. Ай-яй-яй, меня нафиг. У нас тоже на базе это. Пойди. Да, это. Пацан, едь, Дверь. Пацан, пацан, пацану, пацан. Вот. Так, вон он едет. Я за ним. Едешь. Я за ним, я за ним. Ты прикрываем победа. Вас, победа. Да, победа. Так. Мы мощные, мы крутые. Почему мы всегда рядом с друг другом находимся? Вот это... Допустим, это. Далее, нажимай отмен, нажимай отмена. Я вот уже нажал. Ну, мне понравилось, как мы играем. Иногда. Ну... Опять же, хорошо не сыграли, все-таки такие дела. А с вами был Рост и Илмак. Всем пока!
Пока, все, все, удачи. Лайки, подписки и комментарии. Все, давайте, всем пока.